Доброе утро, дорогие подписчики! Сегодня у нас 20 марта 2021 год. Время сейчас 8 часов 20 минут. И о погоде сегодня. Именно не прогноз, а погода сегодня. Днепропетровск. Сегодня у нас идет снег. Снег очень крупный. На улице плюс 3. А снег идет и идет. Идет и идет. Зима никак не хочет нас покидать. Ветра нет, но растает. Вот такая у нас погода сегодня. Снега уже где-то 3 сантиметра. Сейчас покажу. Вот Буся к нам бежит. Буся вся в снегу. Небо затянуло. Солнышко не видно. Тополя я вам показываю. Вот там тополь, дальше его тоже не видно. Снег идет и идет, который, по всей видимости, перейдет в дождь, потому что сейчас утро и плюс 3 на улицах. Снег идет и сразу растает, сразу же тает. Дорожки сейчас вам покажу, друзья. На дороге аккуратно. Кто водит машину? Гололед. Снега очень много, но помним, 5 лет назад снег выпал 19 апреля. И сразу же снег растает. Сразу тает. Ручьи не текут, но журчат. Но журчат. Зима никак не хочет уходить. Но это весна, поэтому все прекрасно. Снег крупный, ветра нет, плюс 3. И у нас Днепропетровский снег идет и идет. Друзья, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в эфире. Это наш град. Вот, плюс 3. Но скоро весна.